И новости, связанные с громкой провокацией последних дней в украинском городе Буча под Киевом. Постановочное видео оттуда Запад использовал, чтобы обвинить наших военных в гибели мирных жителей. В Москве это назвали чудовищным подлогом. Мы требуем беспристрастного расследования. И как раз в эти минуты идет заседание Совета Безопасности ООН, где Россия намерена представить свои аргументы. А тем временем в сеть попало другое видео, тоже из Киевской области. Сразу предупреждаю, на эти кадры очень тяжело смотреть, но мы считаем, что их нужно показать. Это реальные зверства украинских нацистов. Григорий Емельянов сейчас все объяснит. Жуткие кадры с шоссе под Киевом. Как сообщается, снято 30 марта, в тот самый день, когда наши военные после переговоров в Стамбуле оставляли Киевскую область. Нападать на них не было никакого смысла, однако напали. Взятых в плен солдат жестоко убили. Умирающих, брошенных на дороге, расстреливали в упор. Смотри, он живой еще. Упивающихся собственной безнаказанностью извергов не смущает, что в кадр попадают связанные руки одного из наших солдат. Что подтверждает, это не последствия боя, это именно расправа над безоружными, неспособными защищаться пленниками. Вот такое с точки зрения боевиков геройство. Слава Украине! Героям слава! Этот герой не совсем украинской внешности, боевик так называемого грузинского легиона, который уже 8 лет как орудует на Украине. В телеграм-каналах установили его личность. Утверждают, что это Тимурас Хизанишвили. В прошлом он успел засветиться в окружении одиозного Михаила Саакашвили, теперь живет на Украине. Устанавливают личности других участников зверской расправы, так что, надо полагать, упиваться безнаказанностью – это ненадолго. Но вернемся вот к этому кадру, к связанным рукам человека с белой повязкой на рукаве. Это напоминает нам о других событиях в Киевской области, о Буче, чьи жители стали жертвами такой же бессмысленной и зверской расправы. Запад и Украина огульно обвиняют наших военных, умалчивая, что кадры с телами убитых гражданских появились спустя 4 дня после отвода российских войск. 30 марта – выход наших из Бучи, 2 апреля – кадры зверств. В промежутке, это то, о чем западные СМИ не говорят, зачистка города силами так называемых отрядов теробороны, по сути, вооруженных киевским режимом банд. Главарь одной из них, неонацист Боцман, бежавший от российского правосудия на Украину, даже выложил в интернет ролик, где боевикам дают карт-бланш на стрельбу по всем, кто без украинской синей повязки на рукаве. Он, пацаны, без синих повязок. Можно по ним стрелять? Синяя повязка – украинская армия, белая – российская. Пока в Буче были наши войска, многие горожане носили наш идентификатор как сигнал «Не стреляйте, мирные». На съемках 2 апреля, после ухода россиян, среди убитых немало тех, кто не успел этот идентификатор снять. Тело одного погибшего с белой повязкой пронесли мимо советника главы МВД Украины Геращенко, как раз когда он записывал очередное видеообращение. Судя по всему, советник даже не понял, что сам же подрывает версию о виновности российских солдат. И еще, до 2 апреля никто, ни вошедшие в Бучу украинские военные, ни горожане в местных чатах, ни мэр, даже не упоминали о десятках лежащих на улицах тел мирных жителей. Мэр Бучи в своем видео 31 марта назвал вывод российских войск победой украинской армии. Любопытно, что он не упоминал ни о каких массовых зверствах или телах убитых, захоронениях, ни о чем таком. Сложно представить, что мэр города мог забыть о таком. Он выглядит довольным, улыбается. Сложно представить, что все это происходит после уличной резни. Совет Безопасности ООН собрался только сегодня, хотя накануне Россия дважды требовала провести экстренное заседание. Великобритания, председательствующая в Совбезе, в нарушение норм дважды проигнорировала запрос. Вы сочли возможным пойти на вопиющее нарушение правил процедуры Совета и проигнорировать наш запрос, и во второй раз вынеся авторитарное и ни с кем не согласованное решение о том, что эту тему лучше было бы обсудить сегодня. Сегодня Западу все-таки придется выслушать российскую точку зрения. Другое дело, прислушаются ли, ведь их повестка уже определена, и Россия априори назначена виновной. О том, что события в Буче – часть политической игры Запада, говорили сегодня и в Госдуме. Совершенно очевидно, ситуация в Буче инспирирована Соединенными Штатами Америки, а представители Украины лишь играли роль актеров. Коллеги, США будут воевать на Украине до последнего украинца. Предельно всем должно быть понятно. США, Вашингтон, Брюссель – вот основные участники конфликта на Украине. Будет еще не одна Буча, не еще один мариупольский роддом, больница. Там много еще, что они организуют, так же, как организовывали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии недавно, в Югославии.
Это их пропагандистская машина, основанная на социальных сетях, которые распространяют эту ложь. Против нашей страны используют ту же тактику информационной войны, что была в Сирии. Какое бы преступление не совершили боевики, какую бы явную постановку не устроили белые каски, вините во всем Дамаск. Ну или в случае с Украиной – Москву. Но там, в Сирии, мы научились противостоять этой тактике. Спокойно и последовательно, с фактами, которые рано или поздно не оставляют места фальсификации. Григорий Емельянов, Анастасия Слободенюк, Юрий Ярченко, Первый канал. В нашем Минобороны продолжают рассказывать и показывать, как на самом деле, без постановок и фейков, проходит спецоперация по защите Донбасса. Сегодня появились кадры уничтожения украинского беспилотника «Байрактар» расчетом тактического зенитно-ракетного комплекса «Тор». Такой ЗРК предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ракетных ударов, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и, конечно, беспилотников. Целому рою таких «Тор» может успешно противостоять в одиночку. Торы круглосуточно контролируют воздушное пространство, прикрывают наши подразделения в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Командир конкретно этого расчета за все время боевого дежурства обнаружил 20 целей, в том числе 7 «Байрактаров», и все они были уничтожены. А это уже кадры из Черного моря. Экипаж малого ракетного корабля выполнил залповый пуск 7 калибрами по наземным целям. Как сообщили в оборонном ведомстве, высокоточным оружием в районе Очакова уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций, который также использовался для размещения наемников. Российские военные в зоне специальной операции выполняют задачи, демонстрируя боевую выучку и личное мужество. И вот еще примеры. Гвардии полковник Александр Шипов со своей тактической группой сопровождал передвижной командный пункт. По пути бойцы обнаружили диверсантов, вооруженных артиллерией. Шквальным огнем наши подавили противника, уничтожили орудия и бронетехнику, а затем в течение ночи умело отразили еще несколько атак. Майор Игорь Липунов командовал саперной бригадой, которая во время разминирования одного из населенных пунктов вступила в бой с отрядом националистов. Благодаря грамотной тактике врага разгромили, часть боевиков взяли в плен. Саперы тем самым предотвратили провокации, которые нацисты готовили против мирных жителей. Подполковник Станислав Хохлов с группой десантников ночью в лесу обнаружил замаскированные позиции украинских радикалов. Врага мгновенно атаковали и уничтожили. Разведчики ВДВ захватили важные документы о расположении сил противника и уже после захватили в плен две группы диверсантов, также имевших при себе ценные сведения. Группа Хохлова обеспечила освобождение от нацистов стратегически важного населенного пункта. Участники специальной военной операции по защите Донбасса сегодня получили награды, которых удостоились указом президента. Медали за отвагу военнослужащим вручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Церемония состоялась в Центральном клиническом госпитале имени Вишневского, где проходят лечение бойцы, которые сражались в том числе под Мариуполем. Они рассказали на личном опыте, что собой представляют нацисты, с которыми борется наша армия. Валентина Матвиенко в этой связи отметила героизм российских солдат и офицеров, которые действуют профессионально, сохраняя жизни мирному населению. Спасибо большое за то, что вы честно выполняли свой воинский долг и уверенно и дальше будете служить. Вы под Мариуполем, да? Да. Ну вот скажите, вот свои ощущения, что там эти националистические отряды нацистские творили? Да там беспредел был. Просто жесткий беспредел. То есть там ничего святого, конечно, нет. Там нет. Люди, которых мы видели, допустим, ну с кем я общался, они рады были нас видеть. Они мне объясняли, что их первый, второй и девятый этаж выгоняли, их били. То есть и даже в подвалы не давали сесть, ну, спрятаться. Их и били. Ну, то есть издевательство было над людьми.